Эстейни Тумисис, альма-матер оскольских металлургов, учебное заведение, обеспечивающее молодыми кадрами горно-металлургические предприятия региона. В новом учебном году здесь будут получать знания 4000 человек, из них 650 – первокурсники. С первым учебным днем их поздравили представители компании «Металлоинвест» и ОМК. Будущие инженеры, горняки, металлурги. Этот день одинаково волнителен и для первокурсников, которым только предстоит открыть для себя профессию, и для студентов старших курсов. Для них каждый учебный год открывает все новые перспективы. После МИСИСа я хочу продолжить обучение в магистратуре. То есть еще в магистратуру пойду, а затем уже работать по профессии. Профессию теплоэнергетик, скорее всего, буду дальше развивать. То есть это Лебединский ГУК, ОМК, возможно. А в этом году хочу пойти работать, совмещать учебу и работу. Для студентов МИСИС действительно как второй дом. И все же многие с теплотой и ностальгией вспоминают школу. Как я только проснулся, я естественно, сразу вспомнил школу. Сейчас после всего празднования здесь, в МИСИСе, я собираюсь заехать к своей первой учительнице, поздравить ее. Не видел целый год. Моя любимая учительница Бойко Татьяна Анатольевна. Учила нас с 1 по 4 класс, очень по ней сильно скучаю. Учусь я на очень перспективную специальность, конечно же, собираюсь заканчивать хорошо, буду стараться, естественно. Перспективы у меня открыты, «Металлоинвест», конечно, в этом нам помогает очень сильно. Поэтому я очень рад, что попал именно на эту специальность. Чтобы планы ребят осуществились, огромные усилия прилагает руководство, педагоги, головного вуза и филиала, а также «Металлоинвест». Мы очень хотим, чтобы вы все вам душу и сердце вкладывали для того, чтобы вы были успешными в жизни. Это наш главный лозунг. А успешным быть только можно тогда, когда хорошо учишься, будешь хорошо учиться. И у нас для этого есть материально-техническая база, мощная материально-техническая база, которую ежегодно мы пополняем новыми аудиториями, новыми классами. И сейчас вместе с компанией «Металлоинвест» создаем новые лаборатории. И поверьте, для того, чтобы вы были успешными, чтобы вы были благополучными, я не боюсь этого слова, чтобы вы были богатыми людьми, выпускники нашего института. Для этого у нас все есть. В гости к студентам пришли давние друзья. Главный инженер ОМК Александр Тищенко, поздравляя первокурсников, преподал первый урок по материаловедению и тригонометрии. Используйте это время для того, чтобы познать как можно больше. Может быть, конечно, тангенс вы на самом деле в углу где-нибудь в жизни не встретите. Может быть, еще раз говорю, там интерполяционный многочлен Лагранжа вам в жизни и не пригодится. Но те металлурги, которые будут изучать свою специальность и увидят первый раз вживую диаграмму железоуглерод, поверьте мне, что и ледебурит, и перлит, и аустенит, все это в жизни пригодится. И чем глубже вы будете знать свою специальность, тем больше вы будете представлять из себя именно специалиста. Это самые лучшие годы в жизни. Только от вас зависит сделать их незабываемыми. Пожалуйста, не пропустите это время. Пройдет 4 года. Я надеюсь, мы снова встретимся на этой сцене, когда вы будете выпускаться с этого института. И через год, через два вы поймете, что самые лучшие годы уже немножко прошли. Начались будни, тоже интересные, но уже все-таки будни. Сделайте свою студенческую жизнь яркой, а преподаватели этого вуза уж 100% вам помогут в том, чтобы и знания получить, и в общественной жизни поучаствовать. Первокурсников, студентов, родителей, преподавателей с праздником! Еще одним подарком для студентов и преподавателей в этом году станет общежитие на 500 мест. Жилой комплекс для них возводят на средства головного вуза, а при поддержке «Металлоинвеста» его оснастят всем необходимым.